Здесь, в одной из крупнейших каторжных тюрем царской России, отбывал срок революционер, которому вскоре суждено было стать известным на весь мир. В общей сложности он проведет в заключении 11 лет. Ему еще только предстоит стать легендой органов государственной безопасности, но уже в первых письмах к родным чувствуется его железная воля. Феликс Дзержинский. Десятилетия спустя его назовут рыцарем революции и апостолом террора. Он войдет в историю как Железный Феликс, а его деятельность еще долгое время будет вызывать ожесточенные споры. Однако даже самые непримиримые противники Дзержинского соглашаются с тем, что это был по-настоящему незаурядный человек. Феликс в переводе с латинского значит «счастливый». Так Дзержинские решили назвать сына после того, как у матери Феликса начались преждевременные роды. Но мальчик, вопреки обстоятельствам, родился здоровым. Семья Дзержинских принадлежала к старинному польскому дворянскому роду, но богатой не была. Жили в окрестностях Вильна, в селе Дзержиново. Подданными русского царя, как и многие другие поляки, Дзержинские себя не считали. Дома говорили исключительно по-польски, каждое воскресенье ходили к мессе в католический храм и тайно мечтали о независимости родины. В начале 19 века царство польское было включено в состав Российской империи. После подавления восстания в 1863 году здесь была развернута кампания по русификации населения. Запрещалось использование польского языка в школах, общественных местах, официальной переписке. Под запрет попали церковные книги на польском, а дворян и приверженцев католической веры стали вытеснять из государственных учреждений. Когда Феликсу было 10 лет, он поступил в первую Виленскую гимназию. Это привилегированное учебное заведение славилось очень строгими правилами. В числе его воспитанников были российский премьер-министр Петр Столыпин и известный артист Василий Качалов. В первом классе Феликс остался на второй год. Он плохо знал русский язык, дерзил учителям. Нередко вместо уроков оказывался в карцере. В гимназии его интересовал только один предмет – закон Божий. Из воспоминаний Дзержинского. «Я был очень религиозен. Даже собирался поступить в римско-католическую духовную семинарию. Однако этого не случилось. Когда я был в шестом классе, произошел перелом в 1894 году. Тогда я целый год носился с тем, что Бога нет, и всем горячо доказывал это». Вокруг личности Железного Феликса родилось немало легенд, и, согласно одной из них, веру в душе юноши поколебала трагическая случайность. Феликс и его брат Станислав стреляли по мишеням из отцовского ружья и случайно попали в родную сестру, которая скончалась на месте. По другой версии, Дзержинский разуверился в существовании божественного начала по иной причине. Один из товарищей по гимназии дал ему почитать труды Карла Маркса. Карл Маркс – немецкий философ, экономист, основоположник марксизма. Учение о построении справедливого общества, в котором уничтожены господствующие классы и частная собственность. Все члены общества равны, наделены одинаковыми правами и возможностями. Идеи Маркса были восприняты социал-демократами всего мира. Дзержинский отказался от веры в Бога, но идеалистом быть не перестал. Увлекшись революционными идеями,
Он вступил в ряды Литовской социал-демократической партии и бросил гимназию. В его квартире в городе Ковна заработал гектограф, копировальный аппарат. В этой домашней подпольной типографии Дзержинский печатал агитационные листовки и издавал газету «Ковенский рабочий», призывая рабочих бороться за свои права. 17 июля 1897 года Феликс шел по улице со спрятанным свертком новеньких листовок. Он планировал тайно передать их своему товарищу для распространения на фабрике. Тот уже поджидал Дзержинского на скамейке в сквере, но как только Феликс протянул юноше сверток, к нему подбежали полицейские. Товарищ оказался осведомителем царского охранного отделения. Жандармы пытались выведать у Дзержинского все его революционные связи, требовали чистосердечного раскаяния, лишали пищи, избивали березовыми палками. Но он хранил молчание и показаний ни на одного своего товарища не дал. Предварительное заключение длилось около года. В записке к сестре из Ковенской тюрьмы Феликс решительно протестует против сострадательного тона. «Ты называешь меня беднягой? Крепко ошибаешься. Я уверенно могу сказать, что я гораздо счастливее тех, кто на воле ведет бессмысленную жизнь. И если бы мне пришлось выбирать, тюрьма или жизнь на свободе без смысла, я избрал бы первое, иначе и существовать не стоило бы. Поэтому, хотя я и в тюрьме, но не унываю. Тюрьма страшна лишь для тех, кто слаб духом». За распространение запрещенной литературы Дзержинского приговорили к 3 годам ссылки в город Нолинск Вятской губернии. Там он познакомился с Маргаритой Николаевой. Девушка тоже находилась в ссылке. По средам она проводила у себя дома собрание марксистского кружка. Между Феликсом и Маргаритой завязалась переписка. Ссыльные были обязаны регулярно отмечаться в местной полиции. Процедура формальная, и обычно ею занимался писарь в участке. Но в один из дней Дзержинского попросили зайти к самому исправнику. Глава уездной полиции потребовал от Феликса прекратить пропаганду среди рабочих, а затем, издеваясь, стал цитировать его письма к Маргарите. Юноша не сдержался и назвал исправника мерзавцем и негодяем. За оскорбление должностного лица Дзержинский был выслан на 500 верст восточнее Нолинска в село Кайгородское Слободского уезда. Периодически Дзержинский уходил на несколько дней в лес на охоту и рыбалку, и местная полиция быстро привыкла к этим долгим отлучкам. Так созрел план побега. Однажды Дзержинский не вернулся в поселение. Полицейские забили тревогу лишь на 7-й день, рассылая телеграммы о побеге ссыльного. Но было уже поздно. Феликс на лодке добрался до ближайшей железнодорожной станции. Оттуда отправился в Вятку и в том же 1899 году приехал в Варшаву. Позднее из очередной ссылки Дзержинский напишет Маргарите: «Нам, право, лучше вовсе не стоит переписываться. Это только будет раздражать вас и меня. Я бродяга, а с бродягой подружиться беду нажить. Прошу вас, не пишите вовсе ко мне». Так началась нелегальная жизнь Дзержинского. Днем он прятался на конспиративных квартирах, писал прокламации и статьи. Выходил на улицу только под покровом ночи, чтобы выступить перед рабочими. Когда Дзержинский возглавит органы государственной безопасности, опыт подпольной работы пригодится ему в поиске и поимке преступников. Вскоре его снова арестовали. 2 года он провел в тюрьме, а в 1902 году отправился в ссылку на 5 лет. Теперь уже в Сибирь. Такая жизнь не могла не сказаться на здоровье. Феликс заболел туберкулезом.
1905 году вновь сбежавший из ссылки Дзержинский вернулся в Варшаву, в самую гущу событий. Он продолжил заниматься нелегальной революционной работой, организовывал забастовки и демонстрации польских рабочих, руководил Варшавской партийной конференцией. В Варшаве его арестовали снова, но уже через 3 месяца выпустили по амнистии. До своего следующего заключения Феликс успел познакомиться с Владимиром Лениным. Их встреча состоялась в Стокгольме во время 4-го съезда РСДРП. Тогда же Дзержинский встретил и свою настоящую любовь. Ее звали Софья Сигизмундовна Мушкат. Будущая супруга Феликса Дзержинского родилась в богатой еврейской семье. Она получила блестящее образование. Окончила Варшавскую консерваторию по классу фортепиано. Но вступив в Российскую социал-демократическую рабочую партию большевиков, зажила той жизнью, которой уже привык ее возлюбленный. Аресты, тюрьмы, ссылки, побеги. В начале 1908 года за нелегальную деятельность и побег из тюрьмы Феликса Дзержинского арестовали и сослали в Сибирь на вечное поселение. Здоровье его ухудшалось, туберкулез прогрессировал. Но даже это обстоятельство не помешало ему совершить очередной побег. В 1910 году Феликс Дзержинский и Софья Мушкат поженились. Через несколько месяцев Софья, которая ждала ребенка, была направлена партией на нелегальную работу в Варшаву, где ее арестовали. Первый и единственный сын Дзержинского, Ян, появился на свет в 1911 году в женской тюрьме Сербия. Затем Софья снова была приговорена к ссылке в Восточную Сибирь на вечное поселение, но вскоре бежала с сыном по поддельным документам за границу. В эмиграции она узнала, что Дзержинский опять арестован. Сына он впервые увидит только через 8 лет. В сентябре 1912 года, после нелегального возвращения Феликса Дзержинского в Варшаву, его арестовали и в апреле 1914 приговорили к 3 годам каторжных работ. Он отбывал их в Орловском централе. Эта тюрьма отличалась невероятно жестокими условиями содержания, которые приводили к массовым заболеваниям, высокой смертности и самоубийствам каторжан. Дзержинский сообщал в своем письме на волю: «То, что вам известно стало насчет наших условий, все это правда. Эти условия попросту невозможны. Последствиями их является то, что каждый день кого-нибудь вывозят отсюда в гробу. Из нашей категории политических умерло уже 5 человек в течение последних 6 недель. Все от чахотки». Эти годы стали самым мрачным периодом в жизни Дзержинского. Почти все время он находился в кандалах. То в одиночных камерах, то в бараках, переполненных умирающими от тифа и туберкулеза людьми. Шрамы от кандалов на щиколотках останутся у него на всю жизнь. В 1916 году Феликс был приговорен еще к 6 годам каторги, который отбывал в Бутырской тюрьме в Москве. В общей сложности Дзержинский провел на каторге, в тюрьмах и ссылках 11 лет. И в этих условиях сформировался его характер. Характер, за который впоследствии Феликса будут называть «железным». Когда после февральской революции 17 года рабочие пришли освобождать Дзержинского, из тюрьмы вышел несгибаемый человек, которого они знали и за которым готовы были идти. К тому моменту Российская империя уже была втянута в Первую мировую войну. В стране начались антивоенные митинги, забастовки и хлебные бунты. Дзержинский теперь вел агитацию в воинских частях. Арестантское одеяние он поменял на гимнастерку и шинель. Эта одежда попросту казалась ему удобной, но с тех пор стала частью его образа.
В августе Феликс Дзержинский определился окончательно. Он пойдет за Лениным. В Петрограде на полулегальном 6-м съезде партии большевиков его избрали в Центральный комитет. Постепенно Дзержинский стал видной фигурой в военных структурах большевиков. ЦК, Центральный комитет, высший партийный орган в промежутках между съездами партии. ЦК осуществлял руководство всей деятельностью партии, местных партийных органов, руководил кадровой политикой. ЦК направлял работу центральных государственных и общественных организаций, создавал различные органы, учреждения и предприятия партии, назначал редакции центральных газет и журналов, распределял средства партийного бюджета. В разные годы своей деятельности в Российской империи и Советском Союзе коммунистическая партия имела разные наименования. 1898-1917 – Российская социал-демократическая рабочая партия, РСДРП. 1917-1918 – Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков, РСДРП-Б. 1918-1925 – Российская коммунистическая партия большевиков, РКПБ. 1925-1952. Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, ВКПБ. 1952-1991. Коммунистическая партия Советского Союза, КПСС. Большевистское восстание началось в Петрограде в ночь с 24 на 25 октября 1917 года. На плечи Феликса Дзержинского легла координация действий по захвату вокзалов, мостов, электростанций и других объектов первостепенной важности. Вскоре во все города России телеграф разнес весть о провозглашении в стране нового государственного строя. Между тем страна погружалась в хаос. Из воспоминаний Дзержинского. Это было время, когда мы заняли места во всевозможных министерствах и нашли там только пустые ящики и шкафы без ключей. Все чиновничество главных ведомств не хотело признать советскую власть. В наше учреждение бросилась масса авантюристов, желающих нажиться и обтяпывать свои делишки. И в то же время в Петрограде и других городах создавались контрреволюционные организации. Толпы штурмовали винные склады и магазины. В ночь на 4 декабря только в Петрограде было зафиксировано 69 погромов и 611 различных уголовных преступлений. Не хватало топлива, продовольствия, почти бездействовал транспорт. Для наведения порядка в стране было решено создать организацию по борьбе с внутренней контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Назвали ее ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия. А председателем назначили Феликса Дзержинского, который уже успел зарекомендовать себя как хороший руководитель. 10 декабря 1917 года газета «Известия ЦИК» опубликовала сообщение о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии, где был указан ее адрес – Петроград, Гороховая, 2, а также время приема посетителей. В распоряжении председателя ВЧК поступило всего 30 человек из числа проверенных большевиков. У них не было знаний и навыков по ведению следствия, но был большой опыт подпольной работы. Главной задачей ВЧК в эти дни стала борьба с преступностью, в том числе предупредительная. Разрешалась конфискация имущества, выселение из домов и квартир, лишение продовольственных карточек. Расстрел, как высшая мера наказания, органами ВЧК в то время не применялся, поскольку поначалу большевики смертную казнь в России отменили. Первая мировая война еще продолжалась. Немецкие войска подступали к Петрограду. В тылу русской армии
действовали антибольшевистские группировки. 1 января 1918 года было совершено покушение на Владимира Ленина. В сложившейся ситуации советское правительство приняло решение о переносе столицы в более безопасный город – Москву. Также был издан декрет «Социалистическое отечество в опасности». Именно этим декретом в стране вновь вводилась смертная казнь. Принято считать, что произошло это с подачи самого Дзержинского, который утверждал: «Право расстрела для ЧК чрезвычайно важно, даже если меч ее при этом попадает случайно на головы невиновных». Первое решение о расстреле ВЧК вынесло 24 февраля 1918 года. К высшей мере приговорили налетчика, называвшего себя князем Эболи, и его сообщницу Бритти. Они совершали нападения на квартиры и государственные учреждения, а из Зимнего дворца вынесли немалое количество драгоценностей. С февраля по июнь 1918 года по решению ВЧК были расстреляны 50 человек. Между тем, политическая ситуация крайне обострилась из-за террористического акта, в центре которого оказался Дзержинский. Большевики готовились подписать с Германией сепаратный мир и вывести Россию из войны. Против этого шага выступила партия эсеров. Ставшие после революции союзниками Ленина, летом 18 года эсеры решили поднять мятеж. Партия социалистов-революционеров или эсеров. Революционная политическая партия Российской империи, позже Российской республики и РСФСР. В короткий срок после февральской революции 1917 года эсеры превратились в крупнейшую политическую силу. Численность партии достигала миллиона человек. Ее представителям принадлежал ряд ключевых постов в правительстве. Для населения были привлекательными ее идеи демократического социализма и мирного перехода к нему. Однако, несмотря на все это, эсеры не смогли удержать власть. Чтобы сорвать заключение мирного договора с Германией, эсеры организовали в Москве убийство германского посла Вильгельма фон Мирбаха. Главным исполнителем покушения стал 18-летний эсер Яков Блюмкин, служивший в ЧК под началом Дзержинского. Для подготовки убийства Блюмкин использовал бумаги с фальшивой подписью Дзержинского. Подделал ее первый заместитель главы ВЧК Вячеслав Александрович. Александрович вместе с Блюмкиным зашли в кабинет Дзержинского, достали из сейфа печать и проштамповали документы. Заговорщики обсудили детали и уже собирались расходиться, когда Александрович случайно заглянул за стоявшую в углу ширму. Трудно представить, что он испытал, когда обнаружил за ней спящего Дзержинского. Железный Феликс, отличавшийся колоссальной трудоспособностью, отдыхал прямо на рабочем месте. Получилось, что он буквально проспал преступление, которое не только осложнило политическую ситуацию, но и чуть было не стало роковым для него самого. 6 июля 1918 года Блюмкин вместе со своим помощником Андреевым прибыл в немецкое посольство в Денежном переулке в Москве. Предъявив поддельные документы, они прошли к Мирбаху. Уже во время беседы с послом Блюмкин выхватил револьвер и открыл стрельбу. Он расстрелял почти все патроны, но был так взволнован, что ни разу не попал. Мирбах выбежал в соседний зал. Андреев бросил под ноги послу бомбу, но та не взорвалась. Тогда Андреев ударил Мирбаха, и тот упал. Блюмкин схватил бомбу и вновь швырнул в посла. Раздался взрыв. Оставив на столе шляпы, револьвер, документы и портфель с запасной бомбой, террористы сбежали через окно и укрылись в особняке Морозова в Трехсветительском переулке. Здесь размещался штаб наиболее многочисленного отряда ВЧК, которым командовал эсер Попов. Дзержинский прибыл, чтобы арестовать Блюмкина и Андреева,
Но его обезоружили и задержали его собственные подчиненные. Начались аресты и других чекистов. Подавить левоэсеровский мятеж удалось с большим трудом, а самого Дзержинского сняли с должности председателя ВЧК до окончания разбирательства. Следователи пытались выяснить, не участвовал ли он сам в заговоре. Ведь у него был мотив. Как и левые эсеры, Дзержинский высказывался против подписания мирного договора с Германией, поскольку по условиям соглашения Россия лишалась родных для Феликса польских земель. Дзержинский снова и снова говорил, что о готовящемся убийстве Мирбаха ничего не знал. И его подпись на документах подделана. Ему поверили. И восстановили в должности. С марта 1919 по июль 1923 года он стал одновременно наркомом внутренних дел и председателем военного совета войск вне ведомственной охраны. При этом Дзержинский возглавлял ВЧК. Спать он ложился в 3-4 часа утра, а в 9 уже был за рабочим столом. В феврале 20 года Дзержинского назначили еще и председателем Главного комитета по всеобщей трудовой повинности. Его подорванное в тюрьмах и на каторге здоровье становилось все хуже. Туберкулез, проблемы с сердцем. Но отдыхать было некогда. В стране продолжалась гражданская война. Население разделилось на два враждующих лагеря – красных и белых. Положение усугублялось вмешательством иностранных государств. Летом 1918 года в Архангельске и Баку высадились английские войска. Владивосток оккупировали японские и французские части. В тылу большевиков активизировались сотрудники иностранных разведок. Один из них – Сидней Рейли. Сидней Рейли – британский разведчик. Обладал позывным номером 007 и стал одним из прообразов Джеймса Бонда. Свободно говорил на 6 языках, включая русский. Действовал в России с конца 1917 года. В числе прочего, у Рейли был свободный пропуск в Кремль по подлинному удостоверению сотрудника ЧК на имя Сиднея Рилинского. На 28 августа 1918 года была намечена грандиозная операция под руководством Сиднея Рейли. Место проведения – Большой театр, в котором на этот день было назначено заседание ЦК РКПБ. За 2 миллиона рублей Рейли подкупил начальника охраны Кремля, командира латышских стрелков Эдуарда Берзиня. Планировалось, что Берзин с помощью верных ему людей расстреляет всех присутствующих на заседании членов ЦК во главе с Владимиром Лениным. Тем же вечером в городе должно было начаться восстание 60 тысяч царских офицеров. На расходы по организации заговора Рейли передал Берзиню еще 1 миллион 200 тысяч рублей. Он даже предположить не мог, что Берзин является агентом Дзержинского. Операция Сиднея Рейли провалилась. Он бежал за границу, но был заочно приговорен к расстрелу. Приговор привели в исполнение лишь 7 лет спустя, когда подчиненные Дзержинского смогли вновь выманить Рейли в Москву. Заговор удалось устранить вовремя, но очередное покушение на Ленина все же произошло. 30 августа 1918 года Фанни Каплан ранила его во дворе завода Михельсона в Замоскворецком районе. В тот же день в Петрограде эсер Леонид Каннигесер убил председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого. Участились выступления против большевиков, которые сопровождались убийствами и вооруженными конфликтами. Большевики объявили Советскую Республику военным лагерем. Наступило время так называемого «красного террора». «Красный террор» – комплекс карательных мер, которые большевики проводили в ходе гражданской войны против своих классовых врагов – дворян, помещиков, офицеров, священников, кулаков, казаков, а также против всех контрреволюционеров. «Красный террор» являлся реакцией на террор «белый», крайнюю форму репрессивной политики антибольшевистских сил. 1918 год. Москва. Из письма Дзержинского жене. «Я выдвинут на пост передовой линии огня, и моя воля бороться и смотреть открытыми глазами на всю опасность грозного положения и самому быть беспощадным. Физически я устал, но держусь нервами и чуждо мне уныние.
Почти совсем не выхожу из моего кабинета. Здесь работаю, тут же в углу за ширмой стоит моя кровать. В Москве я нахожусь уже несколько месяцев. Адрес мой – Большая Лубянка, 11. В 1918 году главной силой красного террора стали органы ВЧК. В комиссии, которая в конце 1917 года насчитывала всего 30 сотрудников, теперь состояло на службе 30 тысяч человек. Работало 40 губернских и 365 уездных чрезвычайных комиссий. В местностях, где ввели военное положение, чекисты получили право производить аресты на неопределенный срок без доказательства вины и расстреливать врагов революции на месте преступления, не передавая дело в суд. Органы ВЧК брали в заложники бывших помещиков, купцов, банкиров, офицеров царской армии и родственников белогвардейцев. Для этих целей создавались мелкие концентрационные лагеря. Тем не менее, Дзержинский выступал против пыток и бессмысленного истребления противников, настоящих и мнимых. Были случаи, когда по его распоряжению за избиение подозреваемого сотрудника ЧК увольняли, отправляли в тюрьму, а при отягчающих обстоятельствах расстреливали. И все же именно Дзержинского называли «красным палачом». Железный Феликс относился к этому спокойно, ведь это писала иностранная пресса. И для революции это было даже на пользу, поскольку теперь перед ее карающим мечом трепетали. Дзержинский писал сестре Альдоне: «Для многих нет имени страшнее моего». В разгар красного террора, по настойчивому совету Якова Свердлова и Владимира Ленина, Дзержинский отправился на встречу с семьей. С момента их разлуки с женой прошло 8 лет. Сына за это время он увидеть так и не успел. Время для отпуска тревожное, но в октябре Красная Армия уже наступала. Многие заговоры были раскрыты. Дзержинский сбрил бородку, усы, побрился наголо, приоделся по-заграничному и с документами на имя Феликса Даманского сел на поезд. Его семья по-прежнему жила в эмиграции в Швейцарии. Лишь по редким письмам жены он знал о том, как растет Ясик. Но увидеть его, обнять, познакомиться с ним Дзержинский смог только сейчас. Эта поездка Дзержинского в Швейцарию в самый разгар гражданской войны до сих пор вызывает много споров у историков. Скорее всего, у него было еще какое-то поручение от Ленина. Трудно предположить, что в такое непростое время его отпустили за границу просто для встречи с семьей. Но что это было за поручение, остается загадкой. Лишь весной 1919-го Софья с сыном приехали в Москву. Поселились Дзержинские в двухкомнатной квартире в Кремле. Ясик пошел в школу, а Софья включилась в партийную работу, получив должность в Народном комиссариате просвещения. Видеться с Дзержинским домашним по-прежнему приходилось редко. Совмещая несколько должностей, он работал на износ. Был постоянно в разъездах. Его направляли в Минск, Белосток, Вильно, Харьков. Ему предстояло восстановить угольную промышленность и наладить поставки продовольствия. 13 июня 1920 года. Из письма Дзержинского жене. «А я собою недоволен. Вижу и чувствую, что мог бы дать больше, чем даю. Мог бы. Быть может, я слишком нервно истощен. Не могу сосредоточиться и взять себя в руки, чтобы щадить силы так, чтобы они дали, возможно, больше при наименьшей усталости». Дзержинский продолжал работу в ВЧК. После поездок по стране он понял, что красный террор, который изначально был направлен на борьбу с врагом, начал уничтожать и простой народ. В 1920 году в Тамбовской губернии был уничтожен отряд повстанческой армии, где из 11 тысяч погибших большинство были обычными крестьянами. В 1921 году, после восстания в Кронштадте, было расстреляно больше 2000 человек. Дзержинский не мог с этим смириться. Из речи Дзержинского на 10-м съезде РКПБ. «Товарищи, вы называете мою кандидатуру в члены ЦК, вероятно, имея в виду, что я буду продолжать работу в качестве председателя ВЧК. А я не хочу, а главное, не смогу там больше работать.
вы знаете, моя рука никогда не дрожала, когда я направлял карающий меч на головы наших классовых врагов. Вы знаете, товарищи, что я не щадил своей жизни в революционной борьбе, боролся за лучшую долю рабочих и крестьян. А теперь и их приходится репрессировать. Но я не могу. Поймите, не могу. Очень прошу снять мою кандидатуру. Просьбу Дзержинского отклонили. Кому-то надо было делать эту работу, и именно у фанатика революции Железного Феликса были качества настоящего чекиста – холодная голова и горячее сердце. В 1921-29 годах органы ВЧК УГПУ арестовали 1 4 956 человек. Осуждены были лишь около 20% от их числа. На своей должности Дзержинский все же пытался не быть палачом. Глава ВЧК был обеспокоен здоровьем чекистов. Дзержинский понимал, насколько важны спорт и физкультура, в том числе и для сотрудников ВЧК. По личной инициативе Феликса Дзержинского, специально для сотрудников внутренних дел, в 1923 году был создан знаменитый спортивный клуб «Динамо». Кроме того, Дзержинский занимался проблемой беспризорников. А ведь после Первой мировой и Гражданской войн в стране их насчитывалось около 5 миллионов. Из воспоминаний Сергея Тихомолова, личного водителя Дзержинского. «Однажды мы ехали по Мясницкой улице, которую покрывали асфальтом. Его варили на улице в специальных котлах. А ночью в этих чашах ночевали беспризорные дети. Дзержинский попросил остановить машину у одного из таких котлов. Подошел к чаше и достал оттуда ребятишек. Некоторые испугались и убежали. А с остальными Дзержинский разговорился и взял их в нашу машину. Мы поехали в ВЧК на Лубянскую площадь. Он привел ребятишек в свой кабинет, накормил и уговорил их отправиться жить в детдом. В январе 1921 года Дзержинский предложил наркому просвещения Анатолию Луначарскому создать комиссию по улучшению жизни детей. Вскоре она начала свою работу, а каждый чекист стал ежемесячно отчислять 10% от заработной платы на содержание детских домов. К 1924 году в стране было уже более 280 детских домов, 420 трудовых коммун и 880 детских городков. В 927 фабрично-заводских школах прошли обучение более 90 тысяч подростков. Так, известный фотоаппарат «ФЭД», копия немецкого фотоаппарата «Лейка-2», выпускался Харьковской трудовой коммуной. Идея создания таких коммун принадлежит знаменитому педагогу Антону Макаренко, а Дзержинский активно содействовал ее реализации. Сама аббревиатура «ФЭД» расшифровывается как «Феликс Эдмундович Дзержинский». К Дзержинскому приходило множество писем от коммунаров и воспитанников детских домов. Некоторые фотографии в рамках стояли на его рабочем столе рядом со снимком сына Ясика. Всего за 7 лет количество беспризорных в СССР сократилось с 5 миллионов до 200 тысяч. В активной работе с детьми Дзержинский видел лучший способ предупреждения контрреволюции и террора. 25 апреля 1920 года первый маршал Польши Юзеф Пилсудский начал наступление на Киев. Польшу поддерживали западные страны, и Пилсудский всерьез надеялся возродить Речь Посполитую в ее исторических границах. Ему удалось собрать армию в 700 тысяч солдат. Феликс Дзержинский всегда подчеркивал, что он в первую очередь большевик, а не поляк. Но судьба родной страны не могла оставить его равнодушным. Он видел будущее Польши в составе Советского Союза. В конце июля Дзержинский отправился в Вильно, а затем в Белосток, крупный промышленный город Польши, который уже был занят Красной армией. Здесь создали прообраз будущего правительства социалистической Польши – Польский революционный комитет. Члены комитета активно принялись за составление манифестов, с которыми хотели обратиться к полякам. Дзержинский был чрезвычайно деятелен. В первые 2 недели августа он выступал на митингах, организовывал поставки продовольствия, промышленных товаров, требовал от ЦК присылать поляков-коммунистов. И все это напрасно.
Население Польши не приняло правительство, созданное Советской Россией. Армия Пилсудского постепенно вытеснила Красную Армию из всех польских городов. И в марте 21 года социалистические республики были вынуждены подписать невыгодный для них мирный договор, по которому к Польше отошли значительные территории Украины и Белоруссии. Так завершилась давняя борьба между двумя революционными течениями в королевстве польском. Социал-демократ Дзержинский проиграл Польшу националисту Пилсудскому. Это стало личной трагедией Железного Феликса. 14 апреля 1921 года Дзержинский получил новое назначение. Выполняя функции председателя ВЧК, он стал еще и народным комиссаром путей сообщения. Сам Дзержинский так описывал тогдашнюю ситуацию. «На дорогах у нас один сплошной ужас. Хищение из вагонов, хищение в кассах, хищение на складах, хищение при подрядах, хищение при заготовках». Неудивительно, что ЦК партии решил назначить ответственным за транспорт главу ВЧК. Дороги страны находились в ужасном состоянии. За время гражданской войны было разрушено 2000 верст рельсовых путей, 80% железнодорожной сети. Из строя вышло 4322 моста, 400 мастерских и депо, 60% паровозного парка, 1/3 вагонов. По заданию Дзержинского, группа чекистов явилась на квартиру к бывшему заместителю царского министра путей сообщения Ивану Николаевичу Борисову. Не арестовывать, а уговаривать. Борисову принесли продукты, дрова и, главное, предложили вернуться на работу в качестве заместителя наркома путей сообщения Феликса Дзержинского. И уже на следующий день Борисов приступил к ревизии железнодорожного хозяйства. Дзержинскому нужно было решить еще одну проблему – преступность на дорогах. По подложным докладным, с товарных станций вывозили целые эшелоны грузов. Сотрудники ВЧК начали расследование. Вскоре в Москве были обнаружены тайные мастерские по изготовлению поддельных печатей и штампов. Среди изъятого был найден и новенький штамп с подписью самого Дзержинского. В конце 1921 года Ленин пришел к выводу, что пора отказываться от ВЧК. Стране нужны были иностранные инвестиции, а западные структуры боялись вкладывать деньги в страну, где была такая грозная организация. Поэтому вместо чрезвычайной комиссии в феврале 22 года было создано Государственное политическое управление. ГПУ при НКВД РСФСР. Возглавил его Феликс Дзержинский. Структура нового управления была заимствована у ВЧК. Главной задачей новой спецслужбы стала кропотливая и незаметная работа с оппозицией в стране, разведка в рядах антисоветской иммиграции и иностранных государствах. ГПУ, в отличие от ВЧК, не обладала неограниченными полномочиями. Согласно закону, оно становилось органом дознания и предварительного следствия, поднадзорным прокурору. В народе сотрудников ГПУ по-прежнему называли чекистами. Слово «ГПУшник» в русском языке так и не прижилось. 2 сентября 1922 года была образована комиссия по борьбе со взяточничеством. Разбираться с коррупцией предстояло также Феликсу Дзержинскому. За 1922 год общее число осужденных за взяточничество только по 49 губерниям составляло 3254 человека, что больше чем в два раза превышало число осужденных за государственные преступления. За взяточничество предусматривалась высшая мера наказания – расстрел. Страну тем временем одолевал голод. 34 губернии поразила засуха. Не хватало хлеба, чтобы прокормить население, и семян, чтобы засеять поля. Немалые запасы продовольствия находились в Сибири. 23 миллиона пудов хлеба и 1,5 миллиона пудов мяса. Чтобы отправить такую массу продовольствия в голодающие центральные районы, нужно было ежесуточно отправлять 228 вагонов. Но на железной дороге не хватало топлива и работников. Дзержинский отправился в командировку в Сибирь. Она длилась более 50 дней.
был произведен полный расчет с железнодорожными рабочими, которые 3 месяца не получали заработную плату. Внедрена система премий для паровозных машинистов за экономию угля и безаварийную работу. В марте 1922 года составы с продовольствием шли в одном направлении – с востока на запад, днем и ночью. «21 января 1924 года умер Ленин. Дзержинскому доверили организацию его похорон. По одной из версий, именно руководителю теперь уже ГПУ принадлежала идея бальзамирования тела вождя и возведения мавзолея. А в партии началась борьба за место руководителя страны. Дзержинский попросил освободить его с поста наркома путей сообщения, чтобы стать руководителем Высшего совета народного хозяйства. Он, по сути, возглавил всю экономику СССР. Хозяйственником Дзержинский оказался очень прагматичным. Он выступал за благополучие крестьян. А кроме того, ратовал за развитие мелкой частной торговли, которая позволила бы снизить отпускные цены на продовольствие и бытовые товары. Именно Дзержинский первым начал заниматься вопросами развития металлургического комплекса страны и индустриализации всей советской экономики. К началу 1924 года СССР преодолел продовольственный, топливный и транспортный кризисы. Воловая продукция крупной промышленности выросла вдвое, прошла денежная реформа. Рубль стал твердой конвертируемой валютой и стоил на мировом рынке около 6 долларов США. К подобным результатам советская экономика смогла прийти благодаря новой экономической политике – НЭПу, внедрению которой Дзержинский посвятил немало сил. Вместе с тем, в металлопромышленности выплавка чугуна составляла 7%, а стали около 17% от дореволюционного уровня. В стране чувствовалась острая нехватка металлопродукции. И хотя за 24-25 годы выпуск всей промышленной продукции вырос по сравнению с предыдущим годом на 62%, деревенские жители оставались по-прежнему слишком бедны, чтобы покупать что-либо у города. Возник кризис сбыта промышленных товаров. У предприятий не было средств на развитие. Тем временем у Дзержинского все чаще стали возникать проблемы со здоровьем. Давали о себе знать и годы, проведенные в тюрьме, и на каторге. 5 марта 25 года Политбюро рассмотрело вопрос о состоянии здоровья Дзержинского. Постановило собрать врачебную комиссию. Согласно ее рекомендациям, работать свыше 6 часов Дзержинский мог только в случае появления неотложных государственных дел. Выступления на собраниях запрещались. Предписывался 2-дневный отдых, по возможности, вне Москвы. В конце 25 года у Дзержинского впервые случился сильнейший приступ стенокардии. Лечащий врач Иоанн Баумгольц рекомендовал ограничить трудовой день уже 4 часами. Дзержинский категорически отверг требования доктора, хотя его изматывали одышка и кашель. Перед выступлением на июльском пленуме ЦК в 26 году Дзержинский работал всю ночь, готовя речь об ужасающем состоянии экономики страны. Служащие отмечали его депрессию и болезненное состояние, но после обеда он все-таки выехал на пленум. Из воспоминаний Богумира Шмираля, основателя Компартии Чехословакии. «Я сидел как раз против него, когда он говорил с трибуны. Он часто судорожно прижимал левую руку к сердцу. Позже он обе руки начал прижимать к груди, и это можно было принять за ораторский жест. Но теперь мы знаем, что свою последнюю большую речь он произнес, несмотря на тяжелые физические страдания». После выступления Дзержинскому стало плохо. Ему помогли выйти из зала, уложили на диван. Приехавший по срочному вызову доктор Вульман сделал укол камфоры и дал ландышевых капель. Больше ему помочь ничем не успели. Абрам Беленький, начальник спецотделения при коллегии ОГПУ, так описал последние минуты жизни Железного Феликса. Когда первый приступ слабости прошел, он встал и, пошатнувшись, прошел по коридору. На просьбу отдать свой портфель ответил: «Я сам могу». Придя на квартиру, он подошел к постели и, опять отклонив помощь, чуть слышно прошептал: «Я сам». И тут же упал замертво.
К моменту смерти Феликсу Дзержинскому не исполнилось и 50. Он скончался 20 июля 1926 года в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал паралич сердца. Своим идеям, своим идеалам и своему делу он оставался фанатично предан до самого конца. Из писем Дзержинского. Человек, как и все живое, вечно в движении. Вечно в нем что-то умирает и нарождается. Каждый момент его – это новая жизнь, проявление скрытых сил, возможностей. Жизнь текуча, и в этом ее красота.